ворвался в города фашист. И призван воин молодой. На фронт, как все, ушел танкист, простившись с дорогой женой. Мелькнул, садясь в вагон шинели, на запад глядя, твердый духом. Его страна была в прицеле, грозила смерть и разруха. Суров для всех был 41-й. Страшнее нет тех дней блокады, но все же не сдавали нервы. И в Ленинграде в час осады, спасая город от врага, в окопах замерзал солдат. И пусть мороз, и пусть пурга, он будет немца поджидать. Друзей уж нет, которых рядом. Война отнять успела брата. Снаряд пуская за снарядом, танкист все бьет и бьет проклятых. И снова бой поджег 5 танков. И вдруг он оглушен разрывом. Очнулся, нет. Вагон как банка, пропавший порохом и дым. Он чудом выжил в лагерях, не растеряв рассудок, честь. Бежал он 3-же, к черту страх, когда в груди бушует месть. Любимый сберегла молитву, и ею вышитый платочек. И невредим прошел через битву, инициалов красный ростик. 43-й похоронен. Погиб ваш муж, Андрей Седов. Но у почтальона был вдогонку лишь хрип и крик. Муж живой. И вот страна среди рынок. Домой вернулся офицер. И пусть прибавилось морщин, с огнем в глазах открыл дверь. Жена на скрипту обернется, и ноги раз подкосится. Я знала, жив ты, и смеется. Просила Бога, дай мне милость. Увы, сбылись не всех надежд. Пока есть горе, жен, детей, нас память в путь зовет, как прежде. Жива история, Эфедия.